Ну что ж, всем еще раз привет. Мы опять вернулись с Олесей и будем начинать смотреть очередной матч сегодняшнего дня. Это уже четвертый, да, и это матч на вылет. Это Тайс против Форсена. Я не ожидала в матче лузеров, в матче на вылет, увидеть этих игроков, честно говоря. У нас уже не впервые такое. Да, что попадают в матч на вылет очень сильные игроки. Но, тем не менее, интрига. Она такая. Да, да, да. Ну и, собственно, битва не на жизнь, а на смерть, которая начнется вот-вот, буквально через, надеюсь, несколько секунд, да, если наши судьи там замашнят. И мы этих ребят уже сегодня видели, все играли неплохо, Форсен там тоже сегодня показывал уровень. Так, скиллуху демонстрировал всеми возможными способами. И где же наши игрочки, вот они, да, и они начинают, вот они колоды, которыми будут ребята рубиться. Есть шаман, который мех-шаман, который через Фэл Риверов, как мы уже выяснили. Есть комбо-вар от Тайса, и также от Тайса есть разбойница, сейчас там немного, вот отлично, поменяли название, все в порядке. Так вот, и у нас первая игра, это Варлок против Роги. У Варлока очень мощный старт, кстати. Первый, второй, третий ход, ну, Войд Уокер, потом Джаглер, потом еще и Войд Колер, одни Войд что-то там, еще вот и Малганис, да, которого можно будет потом. Слушай, поставить. Ну, я теперь каждый раз, глядя на чернокнижника, вспоминаю прошлую игру. Это было просто невероятно, причем, насколько я знаю, чат испытывал тоже бурю эмоций, потому что там были врывы. Скажу, от... что все испытывали бурю эмоций. И игроки в том числе за счет этих кинжалов. Но это было любопытно, это было интересно, это было жарко. Надеюсь, этот матч не подкачает. Здесь, как ты и предполагал, идет жонглер. Чем ответит у нас Тайс? Есть у него, к слову, служитель земли, есть яд. Кстати, не такая уж и плохая рука, по сути, получается. Да, ну яд необходимо сейчас тратить, потому что если сейчас не пробиться через эту провокацию, ты рискуешь следующим ходом, ну, совсем много дэмэджа получить. Плюс жонглера нужно будет убить и как раз отхилить этот урон служителем земли сейчас себе. Да, и вот сейчас этот имп, он может сыграть злую шутку с товарищем Форсеном, если грамотно все провернут. Хотя проворачивать тут пока еще нечего. Возможно, здесь даже рискнет у нас на ошеломление. Хотя, честно, я в это не особо верю. Убирать, что я уже убивать готова этого призывателя. Хотя здесь пока... Не, зачастую самый оптимальный вариант этого призывателя убить и потом ошеломить все то, что могло быть появиться теоретически. Mm-hmm. Но сейчас мы видим, что решил... На учительницу магии решился он оставить, mm-hmm, и на то, чтобы отдать оружие. Видимо, руками будет пытаться он убивать и потом ошеломлять. То есть ты добиваешь учительницей, даешь веер и бросаешь ошеломление на то, что появилось. Но мы видим, что тут специально реализовывает у нас Форсен беса, чтобы не было сюрпризов. Да, тут, кстати, хороший Fan of Knives будет. И хорошее ошеломление, это дополнительные, да, ученики. Вау. Даже решил сходу ошеломить. Возможно, здесь даже служитель земли будет на подхил учительницы использоваться. Хотя и вот насколько боится у нас здесь вопрос. Да, да, боится беспощадного взрыва, поэтому конечно, использовал. Конечно, боится. И появляется у нас второе яйцо. Бич судьбы, и это Малганис? Естественно, Малганис. Не. Ай, бес 0-1. Вы видели эмоции Тайса? Ему, по-моему, этот бес очень даже понравился. Да, я думаю, любому бы понравился при этот бес. Под Fan of Knives хорошо подходит. Да, но при всем этом этот бес мало того, что он отвратителен для Форсена, так он еще и яйцу дал дополнительное здоровье. То есть яйцо теперь сложнее убить. Соответственно, не руба. Не, сейчас просто смотри, можно поставить Талноса, разбить яйцо, заюзать Fan of Knives и потом добить форсиром. В итоге у тебя будет очень-очень много маленьких персонажей. Мы видим, пока просто вот так вот делает. Просто веер, причем веер не под Талносом, специально для того, чтобы нанести яйцу меньше урона. Видимо, в последнюю очередь он хочет активировать это яйцо. И такое бывает нечасто, когда разбойница настолько сильно доминирует по столу, играя против демона Зу чернокнижников. Неожиданно. Да, тут, кстати, хороший мог бы получиться Power Overwhelming, но решил на следующий ход приберечь эту замечательную карту.
Ну и здесь уже на готове опытный охотник. Да, который ждёт будет отстреливать все, что появится. Ну, Думгварда, конечно, будет посложнее брать. Очень, я думаю, надеяться сейчас на преп. Очень должен надеяться на преп сейчас Тайс. А вот Тайс. И ошеломление. Ой, как хорошо для Тайса складывается игра. Неужели Форсен сольет первую игру? Я не верю. Ну, пока действительно очень больно. Прям нереально больно. Там и летал, возможен следующим ходом, если будет какой-нибудь урон меха на масло под раскрутку. Да, и убиться нельзя войдколлером, понимаешь, в чем большая проблема? Ты не можешь за этот ход убиться войдколлером. Ну да, только реактивировать переполняшкой, но тогда демон будет не подконтролен тебе. То есть он выйдет уже после того, как ты закончишь ход. И даже на яйцо сейчас нельзя его кинуть, потому что училку ты все равно не убьешь. Придется тратить целых два удара двумя разными существами. Короче, ситуация для Форсена сейчас совсем... Прям, ну, совсем не очень получается. Еще один White Collar. Здесь у нас будет переполняющая мощь на яйцо. Возможно, в надежде отстрелить просто другие существа, потому что училка, она, конечно, страшная, но у нас память чувачков 1-1. При с этом... которыми тебе, между прочим, не так уж и легко разбираться. Да, у тебя-то существа пожирнее или будут. Что, или все, фейс-рейс. Нет, никакого фейс-рейс. Нет, здесь уже не тот момент, когда идти в лицо, к сожалению. Так, а тут пока добивать вроде бы нечем. Есть 5, 7, 9, например, урона в 10 лицо. 10 с руки и шквал. Да. Здесь у нас летал. А, по мане ли хватает? Подожди, активировать смысле, оружие. Где, что? Какой шквал? Так шквал же, ну же по герою, не это. Как ты по этому? А как у нас разбойница на оружейном масле играет? А, клинков шквал. На тебя точно, плохо точно, чай точно. Влияет. Не-не-не, я про Fan of Nice, да, всё, подумал. Мы спутали. Точно, точно. А я думала, что у тебя какой-то особый у чай. У меня просто за столом вообще не видно его, если что. Это самая первая карта. И у меня вообще первая карта, и тут лежат эти две клинков. Именно поэтому я соорудила сложную систему механизмов и подняла все мониторы. Вот-вот-вот. Да, ну тут вот, видишь, достаточно легкий Малганис получился. Там не хватало просто маны на то, чтобы летал организовать. Да, да, да. Там, просто там 6, 7, 8, там 10 надо было. Ну, я не думаю, что здесь будут какие-либо у разбойницы проблемы. Такую игру проиграть, это нужно вылететь просто, я не знаю, вылететь с игры, закрыть глаза и колотить руками по монитору. Да, пока попахивает тем, что Рога возьмет первую карту. Причем... Тайс уже там изи чаек попивает, сидит. Легкий, говорит. Вообще легкая карта. Чит, это, кто это чернокнижник? Какой он сложный матчап? Да не смешите меня. Да-да-да. Бейн в Дум. Ну что, давай, Малганис. И это... Какой же это будет бес? Это... А. Ай, как-то Форсену. У него вот, знаешь, либо прям... Совсем хорошо прёт. Заходит, либо прям совсем не заходит. Вот что-то у него постоянно такое среднее. Да, ну пока мы видим, Тайсу достается первая партия. И, естественно, разбойница у нас удаляется до следующего, возможно, матча, если Тайс все-таки в этом одержит победу. До следующей серии, да. Да, сейчас либо воин, либо ворлок вновь. Варлоки я у нас хочу вроде Миррора. Бы сегодня... Я хочу опять Миррора чернокнижника. Вот, вот. Так сегодня у нас не было вроде бы хендлоков. У нас Ах, сегодня все эти демонлоки. Черт. Тут механический шаман. Мехшам. Очень мощный старт. Прям вот уже он очень мощный. А давай посмотрим, может у шамана старт будет покруче. Мастер шестеренок, крутящийся меченосец. Я как раз про шамана и говорил, то что шаман может устроить лютый развальченко. У него очень хороший старт. Вот этот подруга с Виндфьюри, вот запоматик. Меченосец этот. Это... Я думаю, что Фейербат тебе может рассказать о боли меченосца, который на одном из турниров в финале на третий ход, по-моему, 19 урона внес. Кстати, ну, с помощью этого нормально. Меченосца. Это была эпическая игра. Я помню из Трольдена, да, видосик, там, где чувак с любительницей маны... Вытворял такие на шамане вещи. Как раз. На третьем ходу сделал летал.
Я не хочу смотреть этот ролик. Это слишком губительно. Здесь еще один меченосец. Вот любопытный ход у нас был от чернокнижника. С монетки и яйцо. Следующим кристаллом, видимо, планирует играть с переполняшкой. Плюс первым дропом. Вот сейчас да. прочитает ли это шаман? Как он сыграет? Именно. Есть земной шок у него. Вот, шаман играет очень осторожно. Провокация просто офигенно в итоге получается. Потому что вроде бы не хочется, да, тотем как-то разбивать это яйцо. Думаешь, что это не слишком value. Да. И в итоге ты рискуешь это яйцо просто... Поймать сайленс просто на это яйцо, да, сейчас. Да, да. Сейчас посмотрим, сейчас, как кстати, сыграет. Он и поймает, потому что сейчас будет просто ставиться вот этот вот... Меченосец плюс меченосец. Земной шок. Угу. Все очень просто. Провокация умирает, яйцо становится бесполезным фактически. Ну, либо же вот так поступить, просто или для того, чтобы у тебя жирный был чувак. Пускай таунт-паук примет в себя ремувала чернокнижника. Но один из возможных вариантов. Плюс меченосцев иногда нужно ставить так, чтобы... А вот... Так, чтобы максимально его защищать. То есть максимально почистить вражеский стол, и только тогда ставить меченосцев в надежде на их реализацию. Ну, они реально неплохи. То есть эта карта, она вроде бы стоит 2 маны, она вроде бы и 3-2 с обычными, да, стандартными статами. Но вот это Wind Fury... Привет, камнедробителем. Да, одно с камнедробителем это просто какая-то нереальная фигня. Это 12 дэмэджа, это, ну, я не знаю, с чем еще можно сравнить. И это только если один камнедробитель. Да, да, да. Всегда есть вероятность, что их будет больше. Угу. Ну и вот сейчас мы видим, будет как... Будет переполняющая мощь, чтобы паука, забрать танка-паука. Да. И между прочим... Вот... Если сейчас джаггл еще попадет, смотри, будет очень любопытно. И кинжал вы... Отличный отстрел. Просто снайпер Форсен. Ну вот сейчас Форсен уже... Понимает, что ГГшечка ему. Земной шок. Земной шок, когда стояло заманчивое яйцо. Ты в любом случае знаешь, что это яйцо активируется когда-то. Почему, да, не дать. Причем там в один момент это заходило неплохо. Понятно, меченосца тебе пришлось бы выставлять вместо танка паука. Но при этом ты бы избавился от 4-4. Ну а сейчас что? Сейчас ты на четвертый ход просто подставляешь под имплоужен, даже если его сейчас и нет. То он мог быть, этот имплоужен. И это просто расстрел под джанглером. Вот именно. Да, ну тут пока просто банальный трейд. Ну, главарь банды бесов. Да, не знаю, а не было молнии у, вернее, грозы. А у такого шамана очень редко гроза, то есть мех-шам делает упор на существа, но и на финиш. Я, честно говоря, люблю даже в рашащих колодах, чтобы было хотя бы одно заклинание, одно, больше не нужно, любое одно ОЕ, которое будет хоть чуть-чуть почищать стол. Чтобы есть... ты имел возможность камбэка. Да, хоть как-то, хоть что-то, хоть где-то, хоть чуть-чуть. Ну, знаешь, здесь есть проблема. У мех-шама упор идет, конечно, на существа и на финиш. То есть камбэк за этого шама организовать очень сложно, особенно против агрессивных дек. Вот поэтому мне подобные вещи не совсем нравятся. Причем вот Форсен только что сам себе организовал перегрузку, то есть он не сможет сыграть Элема следующим ходом. Хорошо Тайс играет. Разыгрался очень хорошо. И Форсен тогда не сыграл земной шок. Вот это меня, конечно, немного смутило. Здесь еще один будет дополнительный кинжал. Если попадет в таунт, можно будет пойти на три в лицо. Не. Все просто ушло в лицо. Но таким образом единицу урона по факту сэкономил. Ну, недополучил Форсен. Еще один кракл. Просто... Сейчас если сейчас ему не повезет, 3, давай. Он ливнет просто. Сейчас на 3, если это, да, он просто выйдет из игры. Нет, 4 и 5. Ах, повезло. Ну, ой, ты посмотри, какой оверлот. Оверлот феноменальный. 4 единицы маны он сможет разыграть только следующим ходом. А здесь еще и Void Caller с Абузивом. Ну, вот пытается найти кого-то более подходящего. Ну, Аргус тоже очень даже неплохо зайдет. Да. Void Caller все-таки ставит. Призывателя. Бам-бам. Форсен здесь у нас никакого элементаля. Да, перспектива, конечно, не радужная. Совсем не радужная. Тут даже толком обсудить нечего, потому что... Избиение. Сейчас, кстати, реально. Возможно, даже у нас летал. Потому что два бронящихся, Аргус, еще и дополнительные кинжалы. Посмотрим. Ну да, кстати, сколько тут получается? 4, 7... О,
как все плохо. 7 плюс 4, 11, плюс 4, 15. Ну, и если кинжал залетит, да, хотя бы один кинжал в лицо. Должен залететь, что все-таки шансы. Ай. Ну, сейчас вот 50-50 по итогу. Да, я думаю, может, победку. Саргуса лучше сыграть. Ты все равно выиграешь. Да, ай, да, 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 сдают тут нервы у Форса на 2-0 в пользу Тайса. Ну, знаешь, возможно, подобный авантюризм Форсена, он сейчас и несколько наказывается. Все-таки вот колода Мех-Шама, чем она мне не нравится в плане ее конкретной уязвимости? Не совсем надежная. Она совсем ненадежная. Не зашел старт. Даже тот же паладин рашащий, да, у него всегда есть шанс на камбэк, если зайдет какая-то там божественная милость, ты можешь карт добрать в случае чего. Либо там ты какой-то берешь один клирборд, там это может быть равенство, да, может быть консекрейшн. Да, у этого шамана огромные проблемы с добором. Да, что-нибудь вот такое. То есть ты, да, ты карты когда-то там имеешь, когда-то не имеешь, у паладина там можно, да, что-то мутить. У этого шамана реальные проблемы. Если вначале ты его заовнил, вначале ты хорошо ремовнул пару существ, то потом у тебя проблем не возникает с вот этими меченосцами. Нет, там, конечно, есть неплохой лейтгейм, там Доктор Бум, Рагна, Лохи. Но это стандартный лейтгейм, к которому все готовы, понимаешь? Это не является сюрпризом ни для кого. Вау! Тут суперстарт. Тут просто реально нереальный суперстарт. Старт. Да, у меня все подвисло. Я сейчас попрошу, наверное, либо попрошу форс... Нет, нет, у меня все разлагало. Замечательно. Ну, сейчас у меня будет в ускоренной съемке все это дело происходить. Вы там не обращайте внимания на ваши... На суперскорость? Да, да, да. Ну, там портала, что с портала сейчас зайдет? Это... Пока непонятно. У меня еще портал не сыгрался. Черт. Мне кажется, сейчас люди... Не допоймут, что люди не происходит. Поймут, что происходит. Друзья, у меня игра загрузилась просто чуть позже, поэтому... А, у него Нефариан! С портала Нефариан за 6 единиц маны. Нефариан! Да. Боже мой! Форсен же. Форсен. Я увидел, я просто вижу огонь в его глазах. Ща я тебя развалю! Ну, ща я тебя развалю, чувак! За все проигранные игры просто. Да. Здесь, конечно, у нас может убрать Монозмея без особых проблем Тайс. А будет ли он служителя боли ставить? Под служителем боли? Да, знаешь, это так хочется будет сделать. И, возможно, вэлью чересчур высоко. Хотя, с другой стороны, что тут высокого, если у Тайса вообще карт нет? Но он пушку оставил. Бизнесу. Он пушку оставил в надежде что-то там подразменять, ну, служителем более выгодно. Служителем боли доберет тут особо. А вот сейчас все очень плохо у воина. Если он только не доберет сейчас с гнома инвентора какой-нибудь экзекут, то с Нефарианом у него не просто проблемы. Проблемишны. Да уж. И что делать с этой пушкой? Возможно, ее стоит даже отдать в лицо, потому что следующим ходом ты все равно оденешь укус. Или вот так вот. Ты, конечно, дополучаешь урон. Очень-очень много получаешь дамаги. А, но при этом... Пушка. Неплохо, кстати. Ай-яй-яй-яй. Здесь причем... Разменяться, дать пушку, повесить отраженную сущность и бил меня в лицо. Ну хорошо, добивай дополнительную единицу. А вот и это единица, надсмотрщик. Да, да, хорошо, повезло с надсмотрщиком, причем это офигенно. И сразу же снимаешь секрет, великолепно. Да, и еще и десбайтом добиваешь этого самого надсмотрщика. То есть вот тут идеальное стечение обстоятельств для... Для Вара. Вара. И Нефариан. Поднимает вар-контроль для Нефариана. Это деталь на заморозку. Что они творят сегодня? Это просто невероятные матчи. Ну, кстати, смотри, не берет десбайт. Не берет десбайт в руки. Или все-таки передумает. Ну, здесь видишь, вроде неплохо мастер брони плюс собиратель зайдет. Ну, и вроде и укус неплох, да, чтобы уже готовиться к раскрутке патронов. Но при этом больше заклинаний никаких нет. И давай, Нефариан. Не, ну же. Я думаю, что Нефариан не будет. Здесь будет Йети отстрел. Будет пытаться еще как-то байтить. Не, Нефариан. Ай. И вихрь краш. Краш, кстати, неплохо. Да, очень неплохо. К слову, касательно Нефариана, там же еще помимо подконтроля детальки есть еще и опытный охотник. Я думала, может, опытного охотника он придержит под бума и реализует детальку, но нет. Все-таки я как-то так... Почему-то да. На детальку делала ставку, а не на... Я что тоже завтыкал про БГХ. И седьмая мана — это Доктор Бум. Ну, скажем так, от мага напряжение достаточно серьезное сейчас исходит. Или не Доктор Бум? Слушай, ну что-то тут подзадумался. Ну видишь, стол уже как-то угрожающе на тебя смотрит.
Вот когда стоит мастер брони, у тебя толком нечем его забрать, хотя сейчас может быть ледяная стрела. Мы уже видели сегодня раскрутку комбувара, на огромное количество брони, и маги просто ливали, потому что не понимали, что они не пробьются. Да, кстати, очень хороший в итоге получается... Хороший получается розыгрыш, но я что-то думал, что он сейчас с фростболтом добрал бы мастера брони и поставил бы безумного ученого. Бешеного ученого. Бешеного ученого. Дикий ученый. И в итоге бы, возможно, ну, что-то толковое бы и получилось. А у нас здесь есть. Смотри, как он меняет свое решение на ходу. Ну, почему бы сейчас не раскрутиться с патронами? У тебя есть командир. Правда, ну особо ты не побьешься ни об кого, поэтому лучше сыграть боевую ярость, взять побольше карт. В нашем случае. Everyone! Давай не будем об этом хорошо сейчас. Everyone! Что это слишком-слишком сурово. Ну что, кстати, одна боевая ярость заезжает. Конечно, у этого вара есть огромное количество добора. Собиратели, гномки, боевая ярость. Ну и вроде неплохо складывалось все для мага, но сейчас... Но нужен скилл-страйк. Без скилл-страйка дело не будет. И... О, у меня появилась музыка. И у меня. Отлично. А, может быть, дракона стоит поставить, просто чтобы поискать еще скилл-страйк? А не факт, что есть флеймстрайк. То есть не все темпы маги у нас флеймстрайк носят. Вот в чем прикол. Я видела у одного из игроков до... не сегодня, вчера... Да. Так, ну а дальше-то что у нас? То есть не все у нас впихивают флеймстрайк, некоторые играют без него. Впихивают невпихуемое? Ну, кстати, надо будет пересмотреть деклисты, чтобы освежить память. Кто же у нас играет с флеймстрайком на темпомаге? Был такой у нас вчера игрок. Так, ну и что же у нас получается? Получается Enrage. Уже неплохо, уже можно что-то подыскать. Вот пытается найти еще сейчас карт себе получше воин. Battle Rage на 3 карты, это очень... Это реально халява за 2 маны, 3 карты. У мага наоборот, за 3 маны, 2 карты. Здесь еще и командир есть, и внутренний... Ой-ой-ой, сколько здесь всего. Это просто нереально. Ты проходишь сквозь таун, ты крутишься об безумного ученого. И просто крутишь этого мага. Ну, кстати, знаешь, без такого большого количества инрейджов, ну, вернее, без двух, вот этой всей фигни ее бы не было, потому что не было банально, чем раскрутить об Mirror Image. А сейчас, благодаря инрейджам, двум, все становится реальным, да. Ну, здесь даже просто не стесняется получать в лицо, потому что, ну, это выигранная да, игра. Да, да, это 3-0. О, Форсен психанул. Очень неожиданный поворот. Но, как ни крути, Форсен сражался. Да, сражался, но не досражался. И 3-0 психанул, реально психанул. Мне кажется, если бы он с Нефария на какую-нибудь потасовку намутил, да, это было получше. Могло бы быть что-то. Что-то могло пойти. Да, да, да. То есть ты там убиваешь всех, пусть там остается один какой-то несчастный патрон, его там можно ледяной стрелой как-то, да, щелкнуть. Ставишь доктора Бума, захватываешь стол, там, в общем, фантастика. Ну, опции были бы, но в итоге краш, который действует на соло-цель против воина, у которого в основном он тебя тусовкой целой давит, и что там еще, и вертушка была, кажется, да. Ну, она совсем вялая. Она как бы и нужна только воину. Ты играешь против воина, для которого вертушка это основной. Слушай, я смотрю, здесь у нас просто напротив нас камера, и я вижу, что Тайс там просто в диком восторге от своей победы улыбается. Да, довольный как слон, конечно. Счастливый, счастливый. Ну и ему предстоит сразиться с Ренманом, который только что проиграл, ну, отчасти из-за каких-то технических сложностей, отчасти из-за какой-то доли рандома. Но как бы это Хардстоун, рандом он тут всегда присутствует, нечего на него жаловаться, хотя я тоже это постоянно делаю. Но... Я думаю, все, кто играет в Хардстоун, на это жалуются, я, между прочим, в том числе. Все горят. Ну и что, у нас буквально небольшой перерыв и последний матч. Да, самая большая да. интрига, сможет ли темная лошадка у нас выйти. Выехать, выскакать. Но об этом мы вам расскажем уже буквально через 10 минут.
Вы получили запасные коды или другие цифровые продукты? Есть место, где вы можете продать их менее чем за одну минуту. Смотрите, перейдите на g2a.com. Нажмите «Начните продавать». Быстрая регистрация. Перейдите к «Мой аккаунт» и нажмите «Продажа». «Продать продукт». Введите название, код, цену. И готово. g2a.com. Цифровая торговая площадка. Упрощенная глобальная продажа.
Ну что ж, да, я тут катаю в шелтер, не обращайте внимания. Палится. В общем, последняя игра сегодняшнего дня, матч за выход в следующий этап нашего турнира, и катают товарищи Ренман и Тайс. Именно. И если про второго вы, наверное, что-то слышали, то про Ренмана, вероятно, увидели и услышали только вот сегодня на нашем турнире. Я могу немного о нем рассказать. Это наш СНГ-игрок. Играет он достаточно давно. Прошел он закрытые квалы, где встретился с одними из сильнейших ребят в СНГ.